Приветствую вас в учебном центре Ольги Васильевны Шерешевой. Курс, который вы открыли, называется «Полезные инструменты». Цель этого курса – рассказать о полезных инструментах, которые позволяют сделать работу в интернете более организованной, позволяют сэкономить много времени, сил и нервов людям, которые пользуются этими инструментами. Посмотрите, пожалуйста, все уроки. Пожалуйста, выполните все задания домашние по каждому уроку. И примите для себя верное решение, нужны вам эти инструменты, либо нет. Нет никакого обязательного использования. То есть все эти инструменты носят такой рекомендательный характер. Всеми инструментами пользуюсь я. Без них мне работать, правда, физически бывает очень сложно. Возможно, вы пользуетесь какими-то уже аналогами этих инструментов. Напишите, пожалуйста, об этом в домашнем задании. Возможно, вы хотите узнать о каких-то других инструментах, работать с которыми вы не умеете, но о существовании слышали от своих друзей или знакомых. Наш тренинг-центр – это совместная работа. То есть, если у вас есть какая-то полезная информация, вы сами что-то записываете, есть чем поделиться – пожалуйста, связывайтесь с Ольгой Васильевной, либо пишите мне в личку. Вот моя страничка ВКонтакте. Добраться до меня, связаться со мной можно через наш сайт zkbv.ru. Здоровье, красота, благополучие. Вот иконочка Игорь Черноусов. Мои социальные сети, которыми я пользуюсь. Щелкайте на них, и я вам обязательно отвечу. Также все пожелания, все рекомендации оставляйте в домашних заданиях. Они все проверяются, все это читается. Ваш труд не останется незамеченным. Спасибо вам.